новые питомцы. В Саранском зоопарке сезон пополнения. В июне здесь появились на свет десятки птенцов. А всего в зоопарке более 300 птиц 48 видов. И почти 20 видов в этом месяце принесли потомство. Эксклюзивные кадры из клетки с птенцами сняли Людмила Чекал и Валерий Балаев. Клетка с птенцами напоминает оживленный детский сад. В небольшом вольере можно увидеть и индоуток, и страусят, и несколько видов кур. Они появились на свет кто-то две, а кто-то три недели назад, и сейчас спокойно уживаются вместе. Сейчас вот у нас выявилось несколько пород цыплят, нескольких пород кур. Это брама, китайские шелковые куры размножались у нас, бентамки. Некоторые виды фазанов, утки, мандаринки, кряквы, индоутки. Самый большой приплод – это укур. Это где-то около 60 уже у нас цыплят разных-разных пород. Потом идут утки, фазаны. Своего родного орнитолога птицы узнают уже по голосу и радостно бегут навстречу. Страусята эму неравнодушны к яркому педикюру, так и норовят ущипнуть за пальцы. Щипают, правда, не больно, скорее играючи. А вот попугай Жак любит ласковые речи. Каждому здесь свой подход. Пестрых калифорнийских цыплят браму Ольга Владимировна вывела сама, познакомив, если можно так сказать, обычную курочку брама с калифорнийским петушком. От их союза и получились такие красавцы. Правда, выхаживать их, как и многих других, орнитологу пришлось самой. Некоторые у нас птицы сидят сами на гнездах. Это павлины, некоторые виды фазанов. Но большинство все равно мы выводим в инкубаторе. Из всех птиц Саранского зоопарка самая заботливая мамочка – одна из самок павлина. Сейчас она высиживает яйца в закрытом помещении. Орнитолог говорит, чтобы не мешали взрослые, прошлогодние птенцы, от которых беспокойная павлиниха не отходила целый год, пока сотрудники зоопарка ее сами не увели – к самцу. А вот от лебедей потомства в этом году пока не дождались. Но специалисты уверены, у молодой пары, появившейся здесь всего 2 года назад, еще все впереди. Пожалуй, самыми долгожданными для зоопарка станут птенцы японских журавлей Степана и Сакуры. Получить потомство от птиц, занесенных в Красную книгу, не только приятно, но и полезно для размножения редкого вида. Все признаки поведения говорят о том, что пара сложилась у них, потому что они и кричали, и танцевали, и самец очень так активно ухаживал за самкой. Поэтому все-таки на следующий год, я думаю, что у нас что-то получится. В таких приятных и вместе с тем кропотливых хлопотах проходит каждый день орнитолога Ольги Виляйкиной. И даже спустя 15 лет работы она продолжает радоваться появлению каждого птенца. А заодно и доставляет радость посетителям зоопарка. Очень много птиц, зверей разных. Нам понравилось. Мы в восторге, нам очень нравится. Вот девочка у меня тоже всех кормит, тоже очень нравится. Людмила Чекал, Валерий Балаев. Наши новости.